Республиканский наркологический диспансер принимает участие в конкурсе «Поликлиника начинается с регистратуры». Еще с прошлого года в диспансерном отделении проводится работа с целью совершенствования порядка организации деятельности регистратуры, повышения эффективности и качества работы сотрудников. Главное направление – создание удобства как для пациентов, так и для медицинского персонала. В первую очередь была проведена работа по реконструкции регистратуры нового типа – открытой регистратуры. Расширена зона для пациентов, созданы все необходимые условия для удобства посетителей, комфортная зона ожидания с кондиционером и телеэкранами и доступность чистой питьевой воды. Количество медицинских регистраторов увеличили и распределили функционал с целью ликвидации ненужных очередей.